Что это за запах? Что-то твердое. Что-то темное. Bedrock! Всем привет! Я продолжаю играть в Minecraft Bedrock Edition. И, вау, что это у меня тут все так красиво? Что же это может означать? Трассировка лучей наконец-то подошла, подоспела, пришла, прилетела, хрен знает, что она сделала, но она это сделала, и очень хорошо сделала, потому что стало все красиво, наш мир стал красивым, вода стала очень мокрой и искажательственной, и все остальное, освещение прикольное, свет падает реалистично, портал очень фиолетовый. И здесь ничего нет. Потому что я фермы сделал вон там. Там пшеница, картошка и морковка растет. Ее стало больше повсюду, потому что лучше больше, чем меньше. Это я всегда так говорил, всегда так буду говорить. Никто меня не переубедит. Тут дверь стала похожа на деревянную, и когда я бью, какие-то очень странные эффекты появляются. Это от меча у меня. Только на фоне двери такое? Только на фоне двери такое. От меча такие следы остаются. Странно. У жителей какая-то другая текстура стала, они все какие-то бесполезные, стекло тоже какое-то очень странное. Но это пока очень такая самая-самая-самая ранняя бета-версия. Поэтому тут все еще будут изменять и улучшать. И тут предметы сквозь блоки просачиваются. Это тоже странно, но опять же, самая ранняя бета-версия. Это все будет изменять. Тут эти беты две идут параллельно. Тета-бета и бета обычная, которая обновление Нижнего мира. Я надеюсь, что эта штука скоро выйдет из стадии бета, либо если выйдет новая полностью версия с Нижним миром, то эта бета адаптируется под нее, чтобы можно было в ту версию играть уже с трассировкой лучей, а не так, чтобы она была и только в этой версии до сих пор, пока она не выйдет из бета, из стадии бета. Ну, какое все стало оранжевое. Прикольно, да? Да. Этот верстак стоит даже. Не знаю, зачем. Коробы тут повсюду. Надо мне сейчас будет поспать. И, по сути, я не хочу исключительно просто ходить и смотреть на все, как все стало красиво с трассировкой лучей. Как бы нет. Смысл мне такую серию делать? Нет, я сейчас пойду в полноценное путешествие. И буду там путешествовать. Сейчас я посплю, может, наконец-то мне хоть сейчас кошка даст подарок. Я так и до сих пор... О, кажется, что-то работает. Она, по крайней мере... Так. Очень интересно. Где вы были, да? Ачивка получена. Где-то это посмотреть можно. Короче, не знаю, где это достижение, потому что я его не могу найти. Где-то тут паук у меня гуляет. Ну ладно, в любом случае, я пойду путешествовать. И когда я, допустим, найду что-нибудь интересное, какой-нибудь новый, может, биом, которого я еще не встречал, я продолжу. Но все-таки какая же красивая тут вода, такая вот гладь океанская, такая вся отражательная. И у меня в лодке еще вода почему-то. Лодка у меня какая-то очень хреновая, судя по всему. Я что, понял, что такой есть большой минус того, что я играю с трассировкой лучей, что если бы я играл в обычном режиме, я бы столько, наверное, всего увидел, пока тут плаваю по океану. Говоря об этом, я нашел теплый океан с кораллами. Давай чё. Подождите, у меня прорисовка-то на сколько стоит? На максимум она у меня стоит? Да, на максимум. Что-то как-то мало всего видно. Ха, нашел теплый океан. Я имею в виду, что я пока плыл, там дофига, наверное, я пропустил кораблей, всяких сокровищниц прочих. Я бы все это увидел, если бы играл без трассировки, потому что было бы намного лучше все это видно.
Но все равно, блин, как же тут красиво стало все. Это что у нас? Столовые горы! Какого фига? Это же так их обычно не просто найти, а тут они просто почти первое, что мне попалось. Вау. Прикольно, слушайте. Сейчас я смогу много золота найти. Очень много золота, которое мне совершенно не нужно. Хочу заметить, но я все равно его найду. А может, и не найду. Я пока не знаю. Я запутался. Помогите мне. Какое-то все яркое, оранжевое. Офигеть просто. Такое яркое все. Сколько времени? Скоро вечер будет наступать, да? Да. Надо мне что-нибудь найти, пока ночь не наступила. Хотя, что мне ночь? Конечно, у меня всего железная броня, не зачарованная. Но, тем не менее, возможно, я все-таки не буду умирать, я надеюсь. Какие-то тут странные эти горы, тут ничего даже и нет. Никаких шахт я не вижу. Это у нас что такое? Это глина с такой текстурой? Натуре. Интересно как. Как же все непривычно выглядит. Это нестандартный ресурс пак, потому что со стандартным нельзя включить RTX. Там только вот с конкретными ресурс паками он работает. И вот я... Их было 4 там предоставлено. Я их все 4 скачал. И вот этот, это максимально... как бы близкий к стандартному. То есть там вот почти и неотличим. Так вот, некоторые моменты такие есть заметные. Просто остальные там были, ну вот совсем другие абсолютно. Некоторые из них, два, они аж специально были сделаны просто для конкретных карт, для демонстрации возможности этого RTX. То есть там только некоторые блоки были заменены, и то заменены на совершенно что-то другое, что просто вот тупо возможность продемонстрировать. А вот этот, это просто вот как вот стандартный, только вот подогнанный под эту трассировку. И это прикольно. По сути, тут, если не приглядываться, то отличий не будет заметно. О, а это что, шахта, наконец-таки, что ли? Ну-ка, сейчас посмотрим, что это у нас такое. Нет, просто пещера. Просто какая-то тупая, бессмысленная пещера. Где шахты? Они что, должны быть прямо на поверхности? Вот они. Так, ну что, походим? Вау, как тут темно. И стрёмно. Пещерное говно повсюду. А вот и золото. Блин, освещение тут, конечно, да. А, это не пещерное говно. Так, а ты вообще фигня жопа. Нет, я уж, я добуду золото. Так где вы все? Я не понимаю. Со всех сторон звучите одновременно. Да, конечно, освещение тут это просто нечто. Так, ну ладно, у меня закончились факелы, мне больше тут делать нечего. Я зашел, посмотрел. Вообще я хотел именно гулять по поверхности, а не исследовать пещеры, поэтому как бы пофиг вообще на это все. Ой, а тем временем наступила ночь. Ну что ж, вау, как тут темно и страшно. Еще и скелеты в меня стреляют. Ох, это будет весело. Да уж. Это еще. А это от эндермена следы-то такие. Кстати, мне нужны эти эндерперлы, если я хочу в будущем дракона завалить. А чё ты такой злой?
успокойся. Я не понимаю, что происходит с этим эндерменом, он какой-то очень странный. Ладно, тогда оставлю его в покое, раз он не хочет со мной общаться. Потом буду набирать все эти жемчуги в более расслабленной обстановке, так сказать. Ай. Надо... Ай, конечно, да, прикольно я сделал лестницу. Ну и ладно, пофиг, на самом деле. Мне главное туда забраться, обратно это уже потом я буду думать. Люблю думать обратно, да. О, тут, кстати, все намного лучше видно. Расщелина тут такая гигантская. Охренеть, какая расщелина. Просто жесть. Она такая высокая, кажется, вот из-за того, что я смотрю с вершины горы на нее. Да уж. Ладно, я продолжаю путешествие свое. Сокровище, что ли, у нас тут? Ломайся давай. Где сундучок? Вот он. Удочка неразрушимость 1. Ну, такое себе. А вот деревеньку я, пожалуй, заценю. Это блок дерева или чего? Да, натуре. Ой, а тут... Это что, деревня... Нет, там есть обычный житель. Я думал, типа, что, она полностью из зомби, что ли? Нет. Ой, ты этот придурок дебильный. Да, бесполезно. Голем, давай. Ага. Ха, на крышу его, да. Вау, какие вы молодцы. Теперь вообще друг друга не можете найти. Гениально просто. Так, где тут есть что-нибудь сундучное? Так, тут, значит, библиотекари у нас должны обитать. Только они почему-то здесь не обитают. Ай. Мне нужно посмотреть, где тут есть библиотекари. Вдруг они мендинг мне продадут. Починочку сразу такую. Прикольную. Так, кузнец. Три слитка золота и железная кирка. Ну да, неплохо. Саженцы. Не знаю, зачем я их все забираю. Загоны для животных почему-то все пустые. Какая-то генерация, на самом деле, немного странная. Какая-то такая. Чё, паук уже дружелюбный? Нет. Еще бы. Да запрыгни ты уже! Тупой, блин. Так, ведьма, нет уж, спасибо, не хочу. Ладно, все, зря не следовал. Идем дальше гулять. Я злой! О, отлично, прикольно. Выпала жемчужинка. Вообще замечательно. Даже лучше, чем я мог надеяться. Ничего, рано или поздно я пойду на дракона, когда у меня будет много всего. Все будет обустроено. И это будет эпично. Особенно если с как раз с трассировкой лучей. О, лошадь. У меня нет еще лошади, кстати. Но у меня и седла нет. Так что пока что не важно. Блин, как тут красиво. Закат такой. Ну где этот трус тупой? О, еще одна жемчужина. Вообще шикарно. Удобно тут все-таки, что оружие не перезаряжается, а сразу можно спам-кликать. Очень удобно. Вот единственное странное явление, которое есть в этом, с этой трассировкой лучей, то, что при дожде погода остается ясной. То есть солнце вовсю светит, голубое небо, но при этом...
идет дождь. Это вот, конечно, очень странно. Это явно просто не доработали еще, не дошли руки типа до программирования такого нюанса. А я нашел еще одну деревню. Хе-хе, прикольно. Здравствуйте, сэр. А? До свидания, сэр. Добрый вечер. Можно задать вам интервью? Как вы относитесь к тому, что я у вас спрашиваю вопросы? Как ваши вопросы относятся к моему спрашиванию? И как ваши ответы будут зависеть от склонности к отвечанию? Правильный ответ. Так, теперь у меня есть... У меня что это за говно? Ты вообще что за уродство? Уйди от меня. Не хочу с тобой даже знать. О! Попробуем еще раз. Здравствуйте. Нет, вы меня не поняли. Я сказал здравствуйте. Подождите, вы понимаете, что я говорю вам здравствуйте? А может, все-таки здравствуйте? Поздравствуйте меня. Я вынужден настаивать на вашем здравствовании, вы не выйдете. Нет, вы все-таки меня поздравствуйте. Сколько бы вас ни пыталась попытка, у вас нет выбора. Я ж сказал. Так, так. Ну-ка. Почему они все такие медленные? Я не понимаю, в чем причина. Я в жизни таких медленных лошадей не встречал. Может, это если я... Нет, это не из-за трассировки. А из-за чего тогда? Как такое возможно? Почему все лошади такие медленные? Я вообще этого не понимаю. Ладно. Ну, хоть что-то, блин. Наконец-то у меня лошадь появилась, которая хотя бы не ползает. А то это что-то вообще какая-то жесть была. Я никогда в жизни таких лошадей не встречал. Убогих. О, как вовремя. Алмазная броня и седло, пожалуй, тоже возьму. Дополнительное. Здорово. Ты у нас будешь теперь в броне. И надо тебя назвать, да? Да, ну самое очевидное и самое такое мейнстримное, конечно же, это будет назвать тебя лошадь. Но, возможно, это многие этим будут шокированы, но я не стану ее так называть. Я не знаю, какой-нибудь Арсений пусть будет. Вот, да, все, конь Арсений у меня. Почему-то это словосочетание звучит знакомо, но я без понятия почему. И теперь ты у нас конь Арсений. Пошли путешествовать. Как это возможно? Офигеть, с каких пор такое возможно, что взрослый зомби, и у него на плечах сидит мелкий зомби? Офигеть, это жесть какая-то. Ну ладно. О, разбойники! Интересно как. А мне есть смысл даже пытаться это сделать. По сути, если будет рейд, я не знаю, смогу его отразить или нет. По сути, наверное, смогу, потому что у меня лук на бесконечность. Как бы ничто мне не помешает. Просто просто залезть на какую-нибудь очень высокую возвышенность и стрелять оттуда. Особенно сейчас я голема освобожу, если...
Хе-хе-хе. Так, главное, чтобы у меня лошадь никуда не убежала. У меня поводок есть, да. Сейчас я привяжу как раз к этой клетке. Ай! Подождите, подождите, подождите. Как-то слишком больно сейчас стало. Офигеть, как-то очень больно. Основно потому, что еще ночь. Мне все мешают. Потом вот эта дыра тоже вообще не кстати. Я хочу зачистить это все. Это... эту штуку. Мне надо как-то туда пробраться. Голем там всех бьет. Так, пауки тут вообще ни к чему. Так. У меня же лук еще без силы. Тоже нехорошо. Так, нет, тебя я убью с ближнего боя. Тебя тоже. Так, о! Вот у нас и лидер. Да, офигеть, тут прикольный эффект появляется. Да уйди ты! Что мне выкинуть можно? Семена. Теперь у меня есть знамя. А, ачивку я получил? Да, получил. Только вовнутрь я идти немножко все равно боюсь. Потому что опять почему-то стало очень темно. Блин, я не понимаю тут... Ладно, тогда подожду дням, как раз уже сейчас будет наступать вон солнце. Зачем ты за мной бежишь? Да я же... Вот как их намного проще убивать. Так, ну что ж. Попробуем пробраться сюда. Есть кто? Я даже и не вижу ничего. Ага. О, арбалет выпал. Хе-хе, прикольно. Легкость 3. Тоже ничего. Еще один арбалет. Да, неплохо, неплохо. Трава, откуда у меня трава? Ладно, траву уберу, она мне... Хотя нет, трава мне очень даже понадобится. Возможно, по сути... Так, арбалетик, арбалетик. А, ну да, я его не подобрал, но я подобрал новый. С арбалетом мне ничего не тут... А, надо выстрелить из арбалета вроде. В этого чела. Ой, у меня даже стрела одна единственная, да? А нет, у меня их много. Сейчас спущусь и выстрелю в кого-нибудь. Где вы, трусы вонючие? Эй, ты!
и... И у меня все равно 8 стрел? Типа на нем тоже, что ли, бесконечность? Давайте мне еще одно достижение. Оно же такое есть, да? Или нет? Может и нет, короче, неважно. Пора продолжать наше путешествие. А я тут джунгли тем временем нашел. Прикольно, да? Я такой... Что? Как там... Подождите. Как вон там оказалась овца? Что? Ты уникальная форма жизни, древесная овца? Силы природы заперли тебя в этом дереве, чтобы ты не смогла уничтожить мир? Ты служишь сатане, и это он прислал тебя в этот мир в своих разрушительных целях. Блин, прикольно, слушайте, мне нравится. Давайте я тебя тогда освобожу, что ли. Чтобы... Ты раньше служила сатане, теперь будешь служить мне. Я отведу тебя на свою базу. И построю там для тебя тюрьму. И буду твой весь магический потенциал использовать в своих корыстных целях. Да. А как тебя зовут, ты, кстати, не сказала? А, овцезьяна, типа смесь овцы и обезьяна, типа ты на деревьях живешь. Поэтому ты овца и обезьяна одновременно, да? Овцезьяна, значит. Ну ладно, а тем временем очень темно тут стало. И это совсем не круто. Мне придется, походу, дождаться утра и потом попробовать ее отвезти на свою базу. Иди за мной, овца. Овцезьяна, прошу прощения. Тебе здесь будет хорошо. Тебе понравится. Я для тебя сделал домик. И он очень замечательный. Не туда, вот сюда. Смотри. Это все твое. Это твой новый дом. Ты здесь будешь жить. Но прежде чем ты здесь полностью сможешь жить, мне надо его обустроить, потому что пока что это просто дыра, в которую даже эндермен умудрился блок воткнуть в стену. Но это пока просто дыра, но это только пока. Я ее обустрою, я сделаю ее еще больше, я потолок прокопаю на несколько блоков выше, чтобы... Ну, тут высотой блоков в 10, может, она комната эта была. И построю здесь... Такой дом, который будет для тебя как естественные условия, как джунгли. Понахожу здесь деревьев, будут тут речки, озера, трава и все классно. Так что, я думаю, пора приступать. We'll be right back.
Вот я и закончил. Автезиана у меня здесь, я пока ее не назвал, потому что у меня бирок нет. И поэтому Арсения тоже еще не назвал. Ну, короче, вот так вот все тебе это выглядит, так достаточно темно. Как-то светокамень меня освещает меньше, чем когда без трассировки лучей. Но зато так атмосферненько, очень прикольно. Эти лозы тут на стенах пока не сильно разрослись, но ничего, рано или поздно они, мне кажется, тут все заполонят. Ну и ладно. Деревья, везде травка, цветочки, водичка тут. Такая речка и озеро вон там. Там еще в той стороне одна крохотная такая мини-речка. Автозиана куда-то уже свалила, вот сюда, да? Че ты? Бе. Даже не притворяйся, будто ты всего лишь ни в чем не виновная овца по имени Николай. Я знаю, кто ты на самом деле, не притворяйся. Ну, по сути, все это... Больше мне, наверное, в этой серии делать и нечего. Тут у меня, кстати, музыку можно отключать, чтобы она, ну, не была настолько надоедливой, чтобы просто вот постоянно... Так вот. И все. Чтобы постоянно она прям не повторялась так много раз. Вот. Арсений у меня пока живет с коровами. У меня для него своего загона нет. Откуда там две курицы взялись? Так-то. Нечего тут. Это не ваш дом. Короче, так или иначе, это все. Больше мне в этой серии делать нечего. Я все сделал. Очень много прогресса сделал, построил такую огромную хреновину. Непонятно зачем, ну потому что так захотелось мне. Ну и в общем-то все пока что. А, еще я сундуки переделал, чтобы в них больше места было, да. А, ну и еще один момент, это то, что я пока все это делал, я получил еще две ачивки. Это вот сундук с булыжниками, добудьте 1728 булыжников, положите их в сундук. И времяпровождение, играйте в течение 100 дней. То есть вот я пока все это строил, я вот это как раз и получил. Я вот, да, в течение нескольких дней это видео снимал. Да, вот настолько тут все жестко. Ну вот, а теперь уже получается все. Сказать мне больше нечего в этой серии, поэтому всем спасибо за просмотр и всем пока.